Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Молодые люди, вам подсказать что-нибудь? Да, есть что-нибудь такое, только в розовом цвете для моего друга. Блин, опять эти пидоры пришли. Братан, пожалуйста, молчи. Да не вопрос. Алло? Антонио, кто там тебе звонит? Опять был про Форсиньос? В смысле? Что за сучка у тебя в квартире? Спасибо тебе за эту встречу. Это самое лучшее свидание, которое я жил. Привет, ребята. Почему меня не зовете? Ну, нафиг. Много городов у нас в России. Эй, брат, ты че кого? Тут такой бурж, а? Че дергаешься? Меня зовут. Эй, парни, что случилось? Что за петушок такой-то у нас-то, да? Эй, уроды, у вас проблемы? Сейчас я позову 10 своих личностей, и они вас прикончат. Ребят, мы сегодня идем на рыбалку. Ура, ура, мы идем на рыбалку! Помнишь, как в тот раз мы ходили в кафе экстремальной еды? Было не очень весело. Антон, а ты уверен, что это можно есть детям? Кажется, это слишком острое. Да не переживай, нормально все. Still Snoop Dogg, D.I. Guess who's back? А как по магазинам ходили? Блин, где наши дети? Still doing that Android. Oh, for sure. Дети! Вася, Лео! Любимые, обещаю, на этот раз будет все по-нормальному. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно, что в этот раз все гораздо лучше, чем обычно. В смысле, как обычно? Молодежь, и Васик будет? А мне тут нравится. Вот, видишь, нашим детям нравится. Боже, как хотел я увидеть. Намекай, и пусть сваливает с квартиры. Ситер или Шартер Герой. Так и сделаю. Антон! Привет, Антон. Привет. Дела. Да так, нормально. Блин, ну слушай, я что-то такая голодная. Антон! Нам нужно расстаться. Ура! Ну что, давай, вали с моей квартиры. Чё? Это вообще-то моя квартира. И больше здесь не появляйся. Блин, как мне надо гелевый килограмм? Вот похудеть, устала уже. Ой, я такая худая. Мне бы диски сделать, губы сделать, губы накачать, волосы бы сделать. Блин, как же мне достали эти шубы, цацки, курорты. Просто хочу к бабушке в деревню. Мне так надоело жить в хрущевке. Анонс я тысячу лет не делала. Вообще меня все это достало. Да сколько можно? Постоянно. Мне уже говорят, ты все делай. Не хотят, я вообще не хочу так. Мне так надоели тяжелые вещи. Эта плавка уже давно не модная. Моя косметика давно уже устарела. Я не знаю, что делать. Девушки, будьте намного проще. Тогда жизнь вернется к вам лицом. Брат, послушай. Давай сюда, к нам в холостяку. Я с такими, как ты, не знакомлюсь. Я хочу остаться только с ней. Она как в тропике мой снег. В этом же месте ты меня отшил. Так вот, теперь с такими, как ты, я не знакомлюсь. Ничего себе, это та самая толстушка. Ты что, он повелся? Да-да, вообще как лох. Подруга ночь.
and total bullshit. Just a young gun with a quick. Я такой не буду есть, ты брокколи. Wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave. Ребят, я после шести не ем. Коля, тут очень много калорий. Ну, я тогда съем. Вверх, пошли в прятки играть. Пошли. Кать, пошли в кино. Слушай, я подумал, нам надо расстаться. Пока. Ну ладно. Так давай же, хоть раз я бы спел для тебя. Я спел бы для всех, но я не лад. Привет, а что ты после нашего последнего свидания мне не позвонил? Давай сходим куда-нибудь. А ты где? О, Дань, мы с тобой на свидание сходим. Да ну нахер! О, Антоха! О, это девушка твоя? Ну, это моя мама. Мама? Ничего себе! Запах женщины моей, я хочу остаться с ней, с ней. Ну что нового, сынок? Ну, я хочу остаться только с ней. Она как труп. Но снова одна, я запуталась в глянце. Гриш, хватит подкатывать к моей маме. Окей, сынок. Фух, ну надо же такое присниться. Сын, мы уже полчаса с мамой ждем тебя на завтрак. Ты будешь есть или нет? Смотри, какая девушка симпатичная. О-о-о. Сейчас с ней познакомлюсь. Давай. No, I think I'll stay in tonight. Skip the conversations and the oh, I'm fine. Сегодня ко мне поедешь? Прости, не мое. Блин, прикинь, отшила меня. Учись у батьки, как надо подкатывать. Прости, свободен.